Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. На обновление теплосетей Кирова дадут более 600 миллионов рублей. Комиссия правительства России по развитию регионов одобрила заявку Кировской области на финансирование модернизации тепловой инфраструктуры. Деньги в виде займа даст Фонд национального благосостояния. По оценкам чиновников, износ теплосетей в Кирове 90%. Реконструкцию хотят провести в 2022-2023 годах. Она затронет 24 километра теплотрасс, которые считают самыми изношенными. 609 миллионов рублей даст фонд на 25 лет. Еще 152 миллиона должен будет вложить кировский филиал «Т-плюс», который займется работами. Возвращая деньги Фонду национального благосостояния, компания будет из средств своей инвестиционной программы. Программа «Экономика». У вокзала и ипподрома в Кирове снесут старые дома. Власти города готовятся отдать застройщикам ряд участков под новое жилье. В частности, территории в районе улиц Курской, Энтузиастов, Рудной, Красина, Чапаева, Комсомольской, Челюскинцев, а также в Коминтерне на улицах Рабочей, Баумана и Славы. Такая информация содержится в докладе главы администрации Кирова, представленном на этой неделе в Гордуме. Предполагается, что земли отдадут под проекты комплексного развития, когда застройщик вложится не только в жилье, но и в социальную инфраструктуру, а ее позже выкупит город. Также готовится снос домов на хлебозаводском проезде. Там планируется жилая застройка, детский сад. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В Кирове юристы помогают снизить платежи за недвижимость. Понятный и легальный способ оптимизировать налоговую нагрузку доступен владельцам объектов из специального списка регионального министерства имущественных отношений. Там должны значиться административно-деловые центры, офисы, объекты торговли, общепит и ряд других. Иногда имеет смысл проверить обоснованность включения собственности в этот список, говорит руководитель юридической компании «Чистов и партнеры» Александр Чистов. То есть у нас бывают случаи, когда указанные объекты в перечень включены, но фактически, допустим, в них не сделан ремонт. При этом человек может даже не подозревать, что налог может не платить, потому что объект должен быть исключен из перечня. Бывает, что по документам объект именуется как офисы, да, а фактически используется как склад. Поголовно у нас осуществляется налогообложение офисов, в которых предприниматель ведет деятельность. По нашему мнению, вот в данном перечне не может находиться объект, если он используется для собственных нужд. Должен быть из перечня исключен этот объект, и у нас такая практика на территории Кировской области имеется. Исключение из перечня – это другие налоговые ставки, другая оценка налогооблагаемой базы, а для ИП на УСН – вообще освобождение от налога. Не платите лишнего. Юридическая компания «Чистов и партнеры». Сайт chistov-partners.ru, телефон 22 81 61. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.